Всем привет! Дети Иосифа Пригожина от первого брака, а также их пожилая бабушка стали в прямом смысле лицами без определенного места жительства. В одночасье они лишились квартиры в Москве. По документам недвижимость, где были прописаны Даная, Дмитрий и их бабушка, больше им не принадлежит. А значит, они не имеют права там находиться. К сожалению, они сегодня расплачиваются за свои ошибки и нежеланием прислушиваться к папе, заявил Иосиф Пригожин. После того, как пришло уведомление от судебных приставов, дети продюсера были вынуждены освободить апартаменты. Они звонят и говорят: «Вы должны вообще в срочном порядке в течение нескольких дней выехать отсюда», рассказала дочь Иосифа Пригожина. А все началось 4 года назад, когда матери Даная и Дмитрия срочно понадобились деньги. Она взяла микрозайм в частной организации под залог имущества. Сначала все было спокойно, и женщина потихоньку гасила кредит. Но ситуация усугубилась, когда дедушка, который давно живет с другой семьей, захотел получить свою долю в той самой квартире, которая была под залогом. В этой же компании взяли новый кредит. Конечно, мы понимали, что это риски. Но так как мы зарабатывали, мы стояли на ногах, мы взяли еще один займ, вспоминает наследница музыкального продюсера. А потом случилось страшное. В считанные мгновения обе квартиры перешли в собственность кредиторов. Даная утверждает, они стали жертвами мошенников. Ее мать обманули. И под видом договора о залоге заставили подписать совершенно другой документ. Психологически обрабатывали грамотные люди. Они мешали, отвлекали, просто указывали пальцем, куда подписать. На все вопросы говорили: «Ой, не обращайте внимания, это просто рабочие моменты», вспоминает Елена Пригожина. «Юридически там все оформлено, не подкопаешься». Но фактически это жулики, утверждает Иосиф Пригожин. Когда о случившемся узнал Пригожин, он был возмущен. Ведь недвижимость, которая оказалась в руках совершенно чужих людей, была куплена на его деньги. Пригожин говорит, что после расставания с Соколовой честно обеспечил детей жильем. Иосиф уверен, прежде чем принимать решение о залоге, Диме и Даная следовало спросить у него совета. Может быть, тогда все не зашло так далеко. Квартиры, которые стоили по 100 миллионов, ушли просто с молотка за 3 копейки каким-то жуликам и мошенникам, отмечает продюсер. Пригожин заявляет, наследники сами виноваты. По его мнению, они не знают цену деньгам и все, что им достается, принимают как должное. «Да, я сижу, печатаю. У меня печатный станок стоит. И мне там летит оттуда сверху, понимаете?» Иронизирует Иосиф Пригожин. Но отец не смог бросить детей в тяжелой ситуации. И подключил все свои связи, чтобы помочь. Оплатил услуги лучших адвокатов и предал дело огласке. Однако пока ситуация удручающая. После выселения из квартиры Пригожина-младшие вместе с бабушкой вынуждены снимать жилье. Единственное, что у них осталось, старый дом в Подмосковье. Но проживать там в холодное время года невозможно. Даная и ее брат не собираются сдаваться. Они надеются, что смогут разоблачить черных риэлторов. Тем более, что их мать за все это время выплатила микрофинансовой организации 6 миллионов рублей. И раз квартиры пришлось отдать, семья хочет вернуть назад хотя бы эти деньги. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!